Друзья мои, знаете, куда мы попали? По вашим многочисленным просьбам, вот знаменитая перегородчатая эмаль в Грузии, да, известна. Многие меня спрашивали, а где найти грамотно сделанный, нормально изготовленный, чтобы это не была подделка, чтобы это была настоящая перегородчатая эмаль на серебре. Вот так совершенно случайно вышло, что благодаря моей сестре мы обнаружили это заведение. Вот оно, и мы сейчас познакомимся с его хозяйкой. Так, где у нас хозяйка? Расскажите. А что рассказать? У меня многие читатели интересуются на самом деле, где можно было купить вот настоящую перегородчатую эмаль, да? И вот мы попали к вам в мастерскую. Да. Да, вот, печь для обжига. Угу. И шесть мастеров здесь работают. Да, здесь работаем и здесь же продаем. Ваше рабочее стол. Да, вот. Беспорядок, но... Ну, рабочий беспорядок. Вот эти уже заготовки у меня тут, надо их... уже вставить. В оправу. Подожди, я все положу. Так. Вот. Красота. Это будет ремень. Витязь в тигровом шкуре. О, отлично. Вот да. Я бы такой ремень, кстати, с удовольствием бы заказал. Это здесь уже золотые перегородки вот тут. Ага, даже и на золоте тоже можно. Да, то есть любой металл, по сути, по заказу. Не любой, только золото, серебро и медь. Угу, угу. Так что это надо все вставить потом. Вот это шикарно. Это моя тема. Так что это вот вообще немножко. У нас есть диплом даже. Нет, это первое место. Смотрите, какая прелесть. Мы сейчас заглянем вот в хранилище. Здесь у нас и... Ага, это вы мне звонок пустили, да? Ага. Сейчас мы заглянем в хранилище, и что мы тут видим? Вот у нас браслет. Это рыба, я, кстати, сразу не понял. Сейчас понял. Браслет. Прелесть женской части. Моих читателей будет очень интересно это все. Но здесь несметное богатство, поэтому вам стоит приехать, обязательно сюда зайти и все самим посмотреть. Сейчас мы в эту витрину залезем. Так, здесь серьги. Красота какая. Я как любитель всяких таких ремесленных штучек, сам уже загорелся научиться делать. Когда-то я хотел стать ювелиром. Еще не поздно. Угу. Еще не вечер. Ну вот здесь очень интересные тоже. Всякие такие объемные инсталляции колечек. О, это кольцо такое, смотри, как прикольно. А? Улитка вообще самая замечательная. Класс. Вот это тоже. Друзья мои, в цеху кипит работа. Невозможно оторвать человека от работы. И это жужжание мы простим. Это у нас браслеты. Красота вообще. Я уже загорелся многими вещами. Сейчас мы как раз заснимем, что они там делают. Ага. Это обрабатываем от... Вот, друзья, и ваши мечты и желания в Грузии могут исполниться. Совершенно недалеко от центра, от метро Площадь Свободы, вы можете зайти в этот магазинчик, я вам на карте покажу, где это находится, и приобрести то, что вы мечтали. Настоящая... перегородочная эмаль. Да. До встречи. Грузинская.